Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео вы познакомитесь с болгарским городом Поморье. Поморье – город Болгарии в Бургасской области на берегу Черного моря. Население около 14 тысяч человек. Город расположен на полуострове, выдающемся в море приблизительно на 5 километров. Благодаря своему удобному расположению, это 10-15 минут езды от аэропорта Бургас, рельефу местности плоскому, наличию недорогого сдаваемого на лето частного жилья и неглубокому морю, а также своим лечебным грязем, город идеально подходит для отдыха с семьей с маленькими детьми. Древнее название города Анхиалос основан в V веке до нашей эры греками из близлежащей Аполлонии, сегодняшнего Созополя. С 29 года до нашей эры под контролем Рима, а затем Византии. Тысячелетняя византийская история прерывалась налетами и разрушениями готов, славян, аваров, болгар. С 1336 года под контролем венецианцев, а с 1453 года под контролем турок. В ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов крепость Анхиалос 11 марта 1829 года была обстреляна отрядом русских кораблей в составе 3 линейных кораблей, фрегата, брига и 3 канонерских лодок. 11 июля 1829 года русский бриг «Орфей» подошел к крепости и высадил десант, который взял в плен гарнизон и захватил 13 орудий. После освобождения Болгарии в 1878 году город находится вне нового государства в пределах полуавтономной Восточной Румелии. После аннексии болгарами Восточной Румелии в 1886 году начинается процесс болгаризации города. Основная часть коренного греческого населения покинула город после погромов в 1906 году и основала в Греции город Неа Анхиалос, Новый Анхиалос, в провинции Фессалии. Вторая волна исхода греческого населения была в 1919 году в результате болгаро-греческого обмена населениями. В 1921 году в городе была создана самая многочисленная из русских эмигрантских казачьих станиц – Калединская, включавшая 130 человек. Однако уже через 9 лет станица насчитывала только 20 казаков. В 1934 году название города изменено на Поморье. В городе и окрестностях с античных времен идет добыча соли, крупнейшее производство на Балканском полуострове. Город также известен находящимся на окраине винно-коньячным заводом Black Sea Gold, Черноморское золото. В городе есть православный монастырь в честь святого Георгия Победоносца. С 2004 года в городе проводится ежегодный международный фестиваль православной музыки «Святая Богородица достойна есть», который собирает хоровые коллективы из Болгарии, России, Сербии, Грузии и других стран.